развитие получается далеко не только в области компьютерной безопасности, информационной. По итогу развивается очень серьезное мышление. Потому что, когда нужно разобраться в 2000 строк кода, например, и нужно это сделать еще и за ограниченное время, учишься и читать коды, и понимать, что человек хотел написать, и очень серьезное развитие идет и по программированию в том числе. Я применяю эти знания, которые я получил, напрямик, для защиты, что я понимаю, как это взломать, я знаю, как от этого взлома защититься.